Сегодня в Екатеринбурге начала работу международная промышленная выставка «Иннопром-2022», в которой традиционно принимает участие делегация Югры. Ее возглавляет Наталья Комарова. Как сообщила глава региона в своем телеграм-канале, в фокусе работы на «Иннопроме» развитие межрегиональных отношений. Так запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Пермским краем. И еще один вектор – международное сотрудничество. На полях выставки будут рассмотрены грани соприкосновения с Арменией. А на стенде округа участники и гости выставки смогут познакомиться с разработками югорчан. Мы с собой привезли образцы теплообменников, которые мы изготавливаем, топливозаборники, компоненты, чтобы понятно было все, коллекторы охлаждающей жидкости. Также занимаемся услугами по восстановлению геометрии телесистемы в нефтяной промышленности. В Югре завершили соревнования по гребле на областях на Кубок губернатора. В эти выходные в Нефтьюганском районе состоялись традиционные заплывы в рамках праздника «Витхунхатл». В турнире приняли участие 11 команд нашего округа, а также участники из Сербии и Замбии. Так, победителями масс-старта на полкилометра стали жители Сургутского района. Среди мужчин лучшим оказался Виталий Рускин из деревни Рускинская, а среди женщин Антонина Кандерова из Лентора. В интернациональной парной гонке первое место заняли югорчанин Юрий Казамкин из Агана и представитель Сербии пан Игнац. Добавлю, что награды победителям лично вручила губернатор Югры Наталья Комарова. Гонки на областях занимают особое место в жизни югорчан. И это такая очень важная составляющая, то, что мы научились с вами делать, в память, в развитие того, что дают коренные народы нашего региона, Югре и нашей стране. Спасибо вам всем большое. Югорчане могут учить язык коренных народов онлайн. В округе запустили цифровую версию переводчика мансийского языка «Торумаш Латен». Ее разработала команда креативной мастерской «Узор мира» из Ханты-Мансийска. Над проектом работали специалисты самых разных направлений – историки, айтишники, дизайнеры и филологи. Сейчас онлайн-переводчик содержит по 5000 слов мужской и женской озвучки. Это нужно для того, чтобы пользователи могли узнать правильность произношения. Приложение живое и будет пополняться. В общей сложности оно будет насчитывать 30 тысяч слов. Именно столько содержит русско-мансийские словари в печатном виде. Сейчас жители региона могут скачать мобильное приложение для платформ iOS и Android, включить браузерную версию онлайн или установить программу на компьютер. В планах разработчиков подкрепить каждое слово переводчика иллюстрацией и внедрить югорское ноу-хау в образовательную программу. С департаментом образования, то есть мы договорились о том, что вот этот проект будет апробироваться в школах югорских. Ну, то есть, начиная с Березовского района, мы договорились с Рампаульской школой, что первые переводчики именно установим к ним, и оттуда уже начнем по всему округу. То есть, ну, опять же, где нужно будет. В Югре около 150 собак нашли себе новых хозяев. Защитная акция «Ласковый май. Собаку забирай» проходит на протяжении 2 месяцев во всех муниципалитетах. А ее итоги подвели в окружной столице в Международный день собак. На площадке возле Ледового дворца собрались югорчане и их питомцы, которых они взяли из приюта или подобрали на улице. Вместе они проходили испытания и демонстрировали навыки дрессировки. Кроме того, гости мероприятия могли познакомиться с бездомными животными и выбрать себе четвероногого друга. В концепции по обращению с животными в автономном округе закреплено первое, что это формирование гуманного отношения к животным. Об этом говорит и губернатор, да, что наши все собаки бездомные – это наших рук дело. Ну вот, поэтому нам нужно думать о том вместе, значит, как решать эту проблему. Сегодня в Югре действует 19 приютов для животных. Сейчас они проводят собственную акцию «Собаку на дачу». Каждый владелец загородного дома может взять себе на лето питомца, при этом с ним будет заключен договор на дачный период, по окончанию которого он может оставить собаку себе, либо вернуть в приют. В Сургутском районе погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. По предварительным данным, водитель Нивы «Шевроле» начал выполнять разворот с обочины и врезался в попутный газ.
Он скончался на месте. Чуть позже в Нижневартовске погиб 45-летний велосипедист. Как сообщают в госавтоинспекции, он проезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда на него наехал Lexus. Всего же за выходные в Югре зарегистрировали 4 ДТП, в которых погибли двое, еще 5 человек получили травмы. Кроме того, полицейские задержали 31 водителя в состоянии опьянения, 17 отказались от экспертизы, еще 8 сели пьяными за руль не первый раз. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 39 водителей, правилами перевозки детей пренебрегли 98. Подготовка к отопительному сезону в условиях импортозамещения. В сургутских котельных летом планируют заменить 13 центробежных насосов на более энергоэффективные агрегаты производства России и Китая. Всего на подготовку самого крупного города региона к отопительному сезону потратят 460 миллионов рублей. По словам тепловиков, сумма выделяемых на эти работы средств год от года значительно не меняется. На эти деньги проводят ремонт и профилактику в котельных, меняют сети. В этом году, например, обновят трубы общей протяженностью 9 километров. Стараются по возможности использовать для этого более современный полиэтилен. Заканчивать технологическую часть мы планируем в конце августа, потому что там уже начинается отопительный сезон, может начаться, потому что вы сами видите, какой климат у нас, да, школы, детские сады, соцкульбыт обычно запускается раньше, да, были случаи, когда с 1 сентября мы начинали. Поэтому до 25 августа у нас задача закончить технологическую часть. Восстановление благоустройства у нас, это до середины октября, уже под ключ объект будет сдан. Предприниматель из Излучинска продолжает радовать югорчан своей продукцией. Сергей Сарапын занимается производством мяса и рыбы чуть больше 3 лет. Но за это время его товары успели полюбиться многим жителям нашего округа. Сало и копченая грудинка, шпик закусочный и классический, соленая сельдь и скумбрия. В ассортименте у предпринимателя продукция на любой вкус. Все это можно приобрести на прилавках магазинов района и других муниципалитетов. К слову, в прошлом году бизнесмену удалось реализовать 100 тонн продукции. Но Сергей не собирается останавливаться на достигнутом. В планах расширения производства и модернизация оборудования. Мы вот недавно добавили чисто мясо, такие на блинчики. Там нет ни сала, ничего, это чисто копченое мясо. В дальнейшем мы рассчитываем на то, что мы сможем расшириться, и что мы сможем добавить и коптилки, и вялочные цеха, чтобы расширить рыбный ассортимент. Мы надеемся на то, что мы сможем удивить наших людей своими новыми видами продукта. И плюс мы надеемся на очень хорошую торговлю. Пожарные Нижневартовского района рассказали, как спасаются от клещей. В Югре сейчас в самом разгаре пожароопасный сезон. А значит, для тех, кто борется со стихией, время на природе – это не отдых, а ответственная работа. Сейчас в тайге как никогда много дел, которые необходимо выполнить, чтобы не допустить возгораний. К примеру, периодически нужно чистить минерализованные полосы, отделяющие леса от поселков, убирать с них сухие ветки и корни. А значит, опасность для пожарных исходит не только от огня, но и от членистоногих обитателей леса. Самая надежная защита – вакцинация от клещевого энцефалита. Тем, кто привит, по заверениям врачей, бояться нечего. О мерах, которые предпринимают спасатели, чтобы обезопасить свое здоровье, рассказали сотрудники пожарной дружины из деревни Вата. Мы готовимся, то есть делаем прививки от клещевого энцефалита. Я вот делал в том году прививочку. Ребята, вот у меня команда, кто есть, и как бы все привитые. На вот именно, что по лесу мы часто находимся в лесу, все равно, чтобы и здоровье сохранить, и всех семьи, дети. Югра участвует в реализации программы бесплатных путешествий для школьников. На туристические сертификаты правительство региона выделило 38 миллионов рублей. Отправиться в путешествие смогут учащиеся 5-9 классов. Уже утвержден порядок формирования социального сертификата в электронной форме, реестр исполнителей туристических услуг. Все это делается, в частности, для популяризации экскурсионных образовательных туров. Напомним, с прошлого года округ принимает участие в апробации федерального закона на оказание госуслуг в сфере туризма. Югра уже заключила соглашение с Федеральным агентством по туризму, по которому может рассчитывать на субсидию из бюджета страны. В соответствии с документом наш регион должен предоставить почти 5000 социальных сертификатов школьникам.